С 12 по 14 августа на берегу Самаркандского водохранилища пройдет уже четвертый фестиваль авиамоделирования. Приедут участники из Алматы, Астаны, Павлодара и Усть-Каменогорска, а также российские авиамоделисты из Омска и Барнаула. В ходе традиционного фестиваля спортсмены планируют обменяться полезным опытом и не только друг с другом, но и со всеми гостями мероприятия. Открытие состоится 13 августа в 14 часов на взлетно-посадочной полосе Темиртау. Вечером планируем в период с 18 до 20 часов устроить такие показательные полеты для зрителей нашего города. Поэтому торопиться не стоит, можно спокойно к 6 часам подойти на нашу взлетно-посадочную полосу, которая находится в районе городского пляжа, и посмотреть на это мероприятие. Конечно, мы очень сильно зависим от погодных условий, от ветра, от дождя. Есть такой нюанс, но будем надеяться, что к 6 часам ветер все равно уже подутихнет, и мы сможем для жителей нашего города что-то продемонстрировать.